Ежегодно в весенний период на территории Артемовского городского округа проводится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и месячник по наведению чистоты и порядка. В ходе проведения весеннего месячника по наведению чистоты и порядка, который будет проходить на территории ОГОС с 20 апреля по 20 мая, запланировано немало мероприятий по благоустройству дворовых территорий, улиц, парков и скверов. Подробно о планах месячника чистоты и порядка рассказал представителям средств массовой информации начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Жилкомстрой» Евгений Миронов. Это организация массовых акций, субботников по уборке и благоустройству территории Артемовского городского округа с привлечением трудовых коллективов и населения. Уборка мусора и обустройство придомовых территорий. Организация санитарной очистки скверов, парков, а также водоохранных зон, водных объектов. Выявление несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов Артемовского городского округа в местах общего пользования и организация работ по их ликвидации. Решением рабочей группы по организации на территории района определены места его проведения. Территории закреплены за организациями, ответственными за уборку. К проведению экологического субботника привлекаются коллективы организаций и предприятий, образовательных учреждений, управляющих компаний, а также населения, проживающего на территории Артемовского городского округа. Постановлением администрации АГО будет утвержден перечень территорий общественного пользования для уборки территорий в рамках Всероссийского экологического субботника и месячника по наведению чистоты и порядка. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, необходимо провести в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка на закрепленных территориях. Администрация Артемовского городского округа приглашает всех граждан принять участие в экологических субботниках. Собранный в ходе проведения субботников мусор необходимо складировать в пакеты и размещать на площадках таким образом, чтобы оставалось пространство для заезда и маневрирования специального транспорта по вывозу мусора. По всем вопросам, связанным с проведением субботников, обращаться в муниципальное казенное учреждение «Жилкомстрой» по телефону 2-45-60.